эфире новости анимации, с вами Таше. То, что вы сейчас увидите, заставит вас срочно гуглить. В сети появился трейлер мультфильма «Сирока и царство ветров» французского режиссера Бенуа Шье. И это прямо вау! Зацените прорисовку, персонажей, мир. По сюжету две сестры попадают в мир своей любимой книги. Ну и понятно, что лучше бы они ее просто читали. По-любому, одна из самых многообещающих премьер года. Ждем! Тайка Уайтити откроет шоколадную фабрику на Netflix. Можно здесь мне Netflix? Стрим-сервис договорился с режиссером, что он сделает аж два анимационных сериала во вселенной «Чарли и шоколадная фабрика». Сценарий, режиссура, продюсирование – все на Уайтити. Один из сериалов будет посвящен народу Умпа-Лумпа. Ну что же, будем ждать, потому что Тайка из чего угодно сделает конфетку. Когда-то над ними смеялись, а тех, кто их снимал, считали бумерами. Но теперь весь мир знает, вертикальное видео – это круто. 1 апреля, в день своего 13-летия, «Дважды два» запустил первое в мире вертикальное оформление. Слоган «Дважды два» – первый вертикальный. А на 12 апреля, в день космонавтики, зрителей ждет невероятный вертикальный ремейк блокбастера «Дважды два» «Бабушка в гиперпространстве». С вертикальным днем рождения, друзья! С вами были новости анимации.